Ну, здравствуй. И тебе не хворать. И чего сразу такие круглые глаза делать? Ты же прекрасно понимаешь, что Варе нужно обучение. Да, я это понимаю, но как думаешь, зачем принесла Варю в мир людей? Я сама ее всему научу. Я ни в коем случае не отпущу ее туда. Варя не просто ведьма, она ходок. Ты хочешь, чтобы твоя дочь провалилась в пространстве в какой-то момент? В параллельность, которая будет тебе неизвестна? Она должна научиться справляться со своими силами. В этом ей может помочь только Академия Волшебства. Я к такому не готова. Я никуда ее не отпущу. И что мой сын тебе нашел? Мама? Варя? Это ты? И это моя внучка? Пацан в юбке? Или в шортах? Драных шортах. Ходячее недоразумение. Вот пусть Варя и решит. Мам, ты о чем? Что я опять должна решать? Хочешь научиться делать вот так? Ого, конечно, я хочу так научиться. Вау, это настоящий огненный шар. Да-да-да, я хочу так научиться. Дешевый старый фокус. Мама, ну пожалуйста. Ну зато какой рабочий и эффективный. Ладно, ну дай нам время подумать. Без проблем. У вас есть 2 дня. Ого, а это что такое? Вау, помогите, меня засасывает. Академия Примы.